Всем добрый день. Сегодня у нас очередная распаковка, а вернее распаковка уже состоялась, а именно вот пришел в сером пакете непосредственно из Поднебесной вот такой вот кабель сериала ТА. И здесь вы видите еще два объекта, которые были на моем канале. Это непосредственно медиаплеер Zido и жесткий диск на 3 терабайта Toshiba. Кстати, внутри Zido тоже стоит жесткий диск на 3 терабайта. И для чего понадобился этот кабель? Кабель этот понадобился сериала ТА 22-пиновый. Это 15,7 пин для того, чтобы подключить еще один жесткий диск. Помимо того, что здесь есть USB разъемы для подключения второй версии и третьей версии. Возвращайте часть денег за покупки в AliExpress с кэшбэк-сервисом Letyshops. Это реальные деньги, которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона. Будьте в тренде. Покупайте с кэшбэком от Letyshops. Ссылка в описании. Здесь еще есть внешний разъем для подключения непосредственно сериала ТА 22-пинового. Кабель обычный пришел в таком варианте. Да, еще хочу сказать, что непосредственно в комплекте данного кабеля не было Zido Z10. Единственное, он поставлялся с приставкой Zido Z9S. Данный кабель присутствовал. Покупать его непосредственно в магазине официальном, который торгует медиаплеерами Zido, достаточно накладно. То есть стоит где-то $12-15 данный кабель. Но некоторым временем, то есть я дождался и нашел точно такой же кабель, только единственное, продается он за 2 уже 3 доллара. То есть в 5-6 раз меньше, чем то просит производитель непосредственно данной приставки. Из себя представляет обычный кабель, размером он где-то 29 сантиметров, 30 около, от края до края. И здесь два разъема сериала ТА. Один разъем непосредственно подключается к приставке. Можно сейчас увидеть, вот он. Здесь разъем и подключается к приставке. Вот здесь он лучше входит в приставку. А вторая часть непосредственно у жесткого диска тоже есть данный разъем, и к нему также подключается этот кабель. В таком варианте все это дело у нас работает, можно посмотреть и увидеть. Сейчас давайте мы его подключим непосредственно к источнику воспроизведения. То есть внутри, вот я еще раз покажу, находится жесткий диск один, второй жесткий диск мы подключим непосредственно через сериал ТА. То есть у нас в системе будет два жестких диска. Давайте подключать и смотреть. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок распаковок. До следующего видео и до свидания.